Минерал, ну, не прям вплотную, но там с каким-то интервалом. И Потому что пойти там иначе... чая попить. Слушай, не люблю эту карту, блин. Да что ж ты, как я люблю. Не очень как-то её, да. Тут сверху заваливаешь, снизу заваливаешь, вообще жить хорошо. Злата есть? Злата есть, но там плохо. Да, невыгодно лететь, да. Ну там защищаться тяжело. Хотя его порой не чекают. Да как не, блин, нет смысла туда лететь на начале, это да, я потеря понял. Времени большая. А, если к этому вопрос, то да, нет смысла. Ну хотя не то, чтобы вообще далеко. Второй нычкой можно, конечно, занять, и Херодон так делал часто, но... Если что, я играю тараканчиками. Кем ты играешь? Тараканчиками. Послышал, таранычка какая-то, что за таранычка? Нет. Да таранычка будет у меня. А вы не знаете, что будет, если Тиран поставит ЦТ-шку первую? Тараночка, да? Ну, а куда ее ставить нужно? Во сколько? В смысле, 15-й раб. Да? Что будет, если я поставлю первую нычку на золоте? Ну... Нас убьют? Не факт, но тебя может быть. Ну, к тебе приду, да, например. Мы тебя не сможем отбить, например. Я даже пытаться не буду. Наглость такую отбивать. Я нет, на самом деле можешь попробовать. Сапла я поставил как-то близко, может, надо было на входе поставить. Сейчас ведь кто-нибудь придет и пилон там запилит. Ты будешь на золотую ночку ставить? Одобряю. А что, хочешь, что я попробовал? Серьезно? Не, ну ставь что. 15-й, ну 15-й раб. А что там, там ведь, то есть вообще ничего не строить, да, ни бараков? Ну... Не, на самом деле барак можно, только газ не строить и второй барак не строить. Ну я сейчас смотрю, вот 13 раб, у меня 300 минералов. Ну там, по-моему, на 16 рабе, что ли. Ты уже есть туда, не стесняйся. Лагает. Это не я. Наверное, не я с моим крутым халявным интернетом. По 3G играешь? Ну, практически. Ты круто. Че еще тут скажешь? Ой, я забыл пул поставить. Слушай, они не с той стороны застраиваются. В смысле, не с той стороны? Ну, вход свободен. А, слушай, да. Нет, тут, в принципе, стрелка можно сходить, поэтому пофигу вообще. Че там, два гейта, да? Гейт, пилон, гейт. Вот это прикол. Снимаешь? Как там, тиран, протас, да? Забавно. Ой, блин, так. Плохо это все, наверное. Не. Не? Нет. Еще пофиг. Это окей. Сейчас у меня форжа достроится, если я там что-нибудь даже зафотоню. Как бы нам тут пилон не воткнулись, тут такая площадь большая. Там нету, ну, у него форжа нету. Я исхожу из самого плохого. И ставлю Беллинг Нест. Даже лингов делаю. Лингов делаешь? Угу. Может быть, не стоит идти на эти такие крайние меры? Я чувствую, что слишком сильно стараюсь, конечно. А у меня сейчас это, по-моему, даже зафотонить получится. Кого? Одного из них. Ты пришел пробкой, разведал три базы, и тебе получится зафотонить? Ну да, он там тоже все в процессе. Ты не выйдешь пробкой сейчас. А, видишь, нифига себе. Как можно зафотонить, когда там уже пробку свою засветил 100 раз? Но они не ожидали такой наглости.
Хотя вот тирана плохо фотонить. Да. Хотя он что-то ничего не пытается противопоставить. Даже минерал не добывает. Рабайны. Ну вот он сейчас выкурит меня, наверное. Да, это убьет. Пробку не отдай. Такой хоп, еще одну фотонку. А, гелики. Гелик. Что такое было? Не очень приятно. Они... Два гелиона пытались пилон под двумя фотонками убить. Ну ладно, хрен с ним, с этим делом. Пусть развлекаются там парни. А мы займемся делами. Боюсь, говорят, он вы вход так... не завалили, да, сзади? Нет, много. Надо. Так. Много всего. У тебя много всего? Да. Имеется в виду здание, естественно. К нам... А, это чердак? К нам чердак, да. Слушай, забавно, я ему... А, вот, все, приехал танк осаждать. Кого? Меня, кого? А, эти? Да, до сих пор эти. Так, больше апгрейдов, больше мариков, чуть-чуть бараков маловато, как будто бы. Ой. Чё, у тебя золото-то живёт, я смотрю. Вообще... Да вообще как, живёт. Как так? Непонятно. Странно. Слушай, а пилон, который у них на базе, они так и не тронули. Я же туда сейчас наварпаю. Так, делай варп-ресерч и радуйся. Варп-ресерч-то есть. Нифига себе, ты там отжигаешь. Я пилон поставил, а они не тронули даже. Они фотонки убили, пилон не тронули? Да, ну другой. А, это нифига себе. Это другой. Такой барабах просто стоит, не палится. Откуда дарки? Ну, сейчас я дарк. Слушай, у тебя дарков нет. Вот, к сожалению, они даже... Когда противник такой плом пропускает, становится жалко, что дарков не стоит, да? Да. Может, если сделать гоф варпнуться, они тоже не заметят? А, пошли. Эх, как интересно. Ну я уж ладно, сейчас на варпы чего-нибудь хотя бы тогда. Живи, живи, пилончик. Хоть как-то надо, так сказать, извлечь. Них нифига себе там. Чё там? Ну, тонна мин просто. Тонна мин? Чё-то ты, по-моему, не извлек. Там просто мин сейчас, смотри, вот варпаю одного этого.
Прикольно. Так дело в том, что ты варпаешь одного, они все этот это дечаржатся, и ты спокойно варпаешь еще. Не-не-не. Там или... армия еще у них была. Так, друзья, вы ночечки-то будете занимать? Жень, что-то ты у меня лагаешь, или это уже я лагаю, наверное? У тебя робо-голос, но у меня две нычки, я не могу даже с них сейчас продакшн сделать нормальный. Нифига себе. Ну, в смысле, две нычки, у меня одно золото, правда? Как, золото и мои. Ладно. Как на самом деле, у меня сейчас армия будет столько, что можно уже и будет выходить. Блин, а у меня гейтов нету. Так, supply cap я поднял до 198. По-моему, это нормально, не? Угу. Вот так, да. У них с нычками беда, похоже. Ко мне пришли. Кем? Это призмочка и сталкер. Ох, нифига себе, три призмы даже. Чтоб наверняка. Он, видимо, знаешь, как по старинке не варпал, а это... Привез. Да. Почему-то мне так кажется, что это так. Ну, кажется, минуснул все это дело. Конечно, рабов потерял сколько-то. Ой. Марик, Жень, ты там что ли еще, да, у них? Ну, я у них есть, да. Надо это, колососов наделать, по-моему. А у них вообще нычек нифига нет. Не успели мне лимит от это. О, дать. Кстати, о колососах. А что там не так? Два колососа. У них? Угу, было. Я пойду тоже повеселюсь. Почему только он веселится, а? Так неинтересно. Чуть не фокуснул обсад своего. Вовремя подумал, что как бы я его видел, если это был брак. Я пойду через главный вход, посмотрю, что как там происходит. Ну пошли, я с тобой, я поддержу тогда. Поддержу. Ой, там мин сколько, они все не зарытые. Зарытые. Это просто опс, возможно. Это был опс, смотри. Эпично слился просто. Они заминировали все просто. Окей. Ты у меня просто минералов-то полно и... Попса верни! Всего полно. Чё? Обсай, чё верни на вход, там мин еще штук 10, наверное. О! Говорю, обсай, верни. Пусть висит, никто его там не трогает. Просто. Потерял всю муту, Жень. За один писец. Но надо же как-то там зарабатывать опыт. Мне на самом деле это вот настолько параллельно, что даже... Да я о том и говорю, что ресурсы-то есть. У меня сейчас мотомарики с персональными медиваками. Блин, а чё, я дарковню так и не поставил, что ли? Вот я... У них вся база этих самых, или чё? Чё? Да, там минок очень много. Каут идет в атаку. У них тут банши.
как-то так, непонятно. Как-то так непонятно, действительно. Ну что, на этой позитивной ноте я предлагаю... закруглиться? О, тираны командные.